Ну что же, нам первым делом, естественно, надо зарегистрироваться на сайте Checkout. Так, идем, значит, 2checkout.com и нажимаем Sign Up Now. Вот эту кнопочку. Так, здесь, соответственно, вводим ваше имя и здесь фамилию, да? Давайте имя, значит, так. Я думаю, по-английски лучше, да, внести. Last name. Так, ваш e-mail. И повторение вашего e-mail. Так, ставим вот здесь галочку и нажимаем Apple Now. Так, дальше. Username. Надо придумать ваш логин не менее 6 букв цифр. Я сделаю вот так, как обычный email. Так, пароль. Так, не менее 8 символов. И при этом одна буква должна быть большой, как минимум, да? Сделаем тогда так. И повторение. Так, дальше. Здесь, значит, выбираем вопрос, то есть вопрос и ответ, который вы будете вводить. Ну, как бы стандартный для восстановления пароля, да? Так, ну вот здесь имя друга вашего ребенка, да, ваш номер телефона и так далее. То есть здесь можете сами придумать, да? Так, сейчас я тоже что-нибудь придумаю. И нажимаем продолжить continue. Так, после этого мы, в общем-то, все уже зарегистрировались. И в следующем уроке я вам покажу, как дальше настроить наш аккаунт и связать его с магазином.